Компания «Спецпартнер». Продолжаются работы по очищению ЖД-тупика. Куча, на которой я сейчас стою, вот можете как бы так посмотреть, она очень большая. Экскаватор справляется просто на отлично. Оптимальный вариант, оптимальное соотношение цена и, в нашем случае, не качество, а производительность работ. То есть все сделано для того, чтобы заказчик не переплачивал лишние деньги. То есть наша компания руководствуется тем, чтобы не выжать заказчика максимум, а максимум предложить ему грамотное, профессиональное, техническое решение, то есть за его деньги. Когда заказчик будет видеть в нас профессионалов своего дела, что мы на самом деле решаем его вопрос, то есть нужной техникой, потому что изначально заказ был совершенно другого плана, перебудили его в обратном, заказчик остался очень доволен. То есть как бы чек получился меньше процентов, ну порядка 30% меньше. Выручаем, помогаем, к нам обращаются повторно. Компания «Спецпартнер». Предстоит разобрать завал свалки, строительный мусор, спиленные деревья, земельная насыпь, то есть, чтобы очистить ЖД-тупик. «Спецпартнер», компания хорошая, молодцы, нравится работать. Все. Нередко заказчики задают вопросы подобного характера, что якобы услуги спецтехники они находят где-то по объявлениям через частные лица по более низким расценкам. Но должно быть понимание технологии выполнения работ. То есть на заднем плане еще вчера там была насыпь из строительного мусора ПГС высотой порядка 4,5 метров. То есть опытный оператор экскаватора справляется со своей задачей вполне успешно. Производительность очень хорошая. Скажем так, если речь идет о цене за час дешевле, дороже, да, скажем, взяв технику по более приятной цене, да, изначально, то есть такой выработки, возможно, и не будет. Потому как не всегда есть гарантия, что человек, который находится за управлением спецтехники, опытный, квалифицированный. То есть вы получаете гораздо большую выработку. То есть ваши деньги тратятся более рационально. Хорошая фирма «Спецпартнер». Я вообще обожаю. Спецпартнер — это вещь. Техника великолепно справляется с поставленной задачей. Выработка, на мой взгляд, очень хорошая. Производство работ не приостанавливалось вообще ни на минутку. То есть как бы работаем в ударном темпе по-стахановски. План пятилетки в целом досрочно. Почему для данной работы
было принято мной решение привлечь именно экскаватор Doosan 160. То есть Doosan 160 это по большому счету аналог экскаватора Hyundai 170. Но есть небольшие отличия. То есть данный экскаватор может работать, не выставляя опорные ноги, за счет того, что у него маленечко изменена база и чуть короче стрела. То есть это дает положительный баланс от опрокидывания. Так как ему постоянно приходится подъезжать и отъезжать, все время лапу выставлять, это будет по времени затратно, неудобно. Данный экскаватор может перемещаться спокойно, не выставляя лапы, и вперед, и назад, что повышает КПД работы в час. То есть он за час может сделать больше за счет того, что не тратится время на постановку лап. То есть это очень удобно. Опять же, экономия времени и денег. Денег заказчика, прежде всего. То есть основной мой принцип в работе, которым я руководствуюсь, это не взять у заказчика больший чек. Я, как технический эксперт компании «Спецпартнер», рассчитываю, какую технику лучше туда привлечь. То есть, и желательно просчитывать, конечно же, все нюансы.